В общем, смотрите, на любой коляске можно посмотреть, насколько ее качать. На самом колесе написано. Я ничего не вижу. Ты ничего не видишь слепой, да? Я не чувствую слепой. Так, так, так. А вот тут написано 43 ПГИ. Вот, видишь? 43 ПГИ? Да. А вот здесь вот тоже написано. Такс, такс, такс. Надписи какие-то. Ладно, давай с этой стороны посмотрим. Может быть, тут лучше видно. Вот. Тут все характеристики. Размер колеса идет. 300 килопаскалей. Вот. 43 PSI. Это PCI. Какая? Это максимум. Вот до 43 можно качать. Это что такое? PCI? Да, PCI 43. То есть ты выставляешь, допустим, там 35. Вот ты накачал на 35. Если ты выставишь 44, то, возможно, порвет камеру внутри. Давай еще раз. 40. Написано максимум. 43 PCI. Вот, макс. Максимум. Больше 43 качать нельзя. Но на других колясках точно так же. На колесе написано и можно... Посмотреть, до скольки ее можно качать. Есть у нас вот такой вот насос, умный, от Xiaomi, да? Здесь есть режимы. То есть, если мы нажмем, вот, у нас нарисован велосипед, и написано 45 PCI. У нас 45 или 43 было? Там 43 максимум. 43. То есть, мы нажимаем на велосипед. Вот у нас велосипед. Yes, английская. Теперь это у нас... Он сказал. Дальше идут бары, это для мотоциклов уже, для автомобилей 2,5. Так, для футбольного мяча 0,08 PCI, просто свободный режим. И вот для велосипеда 45 PCI. Но мы можем уменьшить до 43, но лучше накачать на 40. Оптимальный вариант. Понятно?